Экс-депутату Горсовета Уфы и основателю группы компании «Гострой» Кириллу Бадикову продлили арест на 2 месяца. Об этом РБК Уфа сообщили в Советском районном суде. Он будет находиться в уфимском СИЗО-1 до 24 марта. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса «Московский». Бадикова задержали в конце марта прошлого года. По версии следствия, 4 компании «Гострой» и 1 жилищно-строительный кооператив собрали с дольщиков 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Но дома так и не достроили. В ходе разбирательств выяснилось, что деньги похищены путем перевода на счета аффилированных лиц. Сейчас права дольщиков восстанавливает Федеральный фонд развития территории. По 3 домам уже выплачены компенсации. По 4-му решение будет принято в этом году. Кириллу Бадикову 47 лет. Он был депутатом Горсовета Уфы 3-го и 4-го созывов с 2012 по 2021 годы. Представлял партию ЛДПР. В 4-м созыве был заместителем председателя совета, председателем постоянной комиссии по связям с общественностью, внешним и межрегиональным связям.